Хотите знать, куда тратить деньги? Где найти необычный букет к 8 марта или заказать доставку вкусной еды к романтическому ужину? Где можно найти одновременно услуги фотографа и визажиста в одном месте и чем удивит весна? Это премьера на Енисее, программа «Давайте пробовать» и я ее ведущая Виктория Карлова. Здравствуйте! Пришла весна, а вместе с ней первый по-настоящему весенний праздник – 8 марта. Международный женский день по традиции начали отмечать заранее. Уже с понедельника город заполнили авто с тюльпанами. Продажу весенних первоцветов открыли в супермаркетах и, конечно, цветочных киосках. Вовсю развернулась доставка цветов. Вы только вдумайтесь, ежедневно в одном только Красноярске продают примерно 1 000 000 цветов. Почти половина из них – это розы. Вторые по востребовательности – хризантемы. Праздничные мартовские дни в 10 раз возрастают продажи тюльпанов. Для того, чтобы выбрать подходящий букет, нужно обратить внимание на плотность цветка и на листочки. Длина цветка не влияет на продолжительность его жизни. Продавцы говорят, что если хотите купить какой-то определенный сорт тюльпанов, лучше заказывать их заранее, а забирать 8 марта или накануне. Во-первых, так дешевле. Цена в празднике вырастет вдвое. Во-вторых, выбор больше. Очень популярны и нежные весенние цветы, такие как гиацинты, ирисы или нарциссы. Треть россиян стабильно к 8 марта считают главным подарком цветы. А что такое необычный букет? Давайте попробуем его выбрать. К счастью, рынок сегодня богат эксклюзивными предложениями, и удивить точно получится. Хит 8 марта 2018 года – букет из фруктов или овощей. Флористы создают необычную композицию, сочетая яблоки, виноград, груши и другие съедобные ингредиенты. К палитре цветов также добавляются баклажаны, лук, перец и тому подобные съестные припасы. Такие букеты наверняка оценят хозяйственные и практичные девушки. Оригинально, вкусно и полезно. Букеты сами по себе стоят довольно-таки долго, потому что цветы стоят уже в воде, в таких колбочках, они ставятся в воду и будут стоять, ну, до тех пор, пока не завянут, наверное, яблоки и цветы. Месяц точно будет простоять, если, конечно, не съедят его раньше. Поразите свою вторую половину букетом из клубники. Ударная доза витаминов с началом весны не помешает. Такой волшебный подарок вызовет неподдельный восторг и у юной леди, тем более, когда ягодки будут в шоколаде. На протяжении 3 лет, наверное, уже идет бум букетов из клубнички, потому что если мы подарим розы, это будет банально, это будет неинтересно, да, и по сроку годности буквально 3-4 дня, и розы уже придется утилизировать. А букет из клубнички – это вкусно, это ароматно, это красиво, это необычно. Море положительных эмоций – одни плюсы. Не первый год популярными остаются букеты из мягких игрушек. Практично, согласитесь, и опять же, отличное решение подарка дочке или племяннице. Один из самых актуальных трендов флористики 2018 года – цветы в коробках. Это все те же букеты, только в необычной обертке. Цветы упаковывают в нарядные коробки, которые можно дарить в любом виде. Как приоткрыв завесу тайны, сняв крышку, так и сохраняя сюрприз. Емкости для таких живых подарков могут быть разных размеров, от крошечных до коробки почти в человеческий рост. А главное, они выглядят необычно, оригинально и очень стильно. Выразить свои чувства поможет букет роз. Если вам нужно произвести неизгладимое впечатление, то розы-гиганты – именно то, что нужно. Это элитный, креативный и очень красивый презент. Почувствовала себя как Алиса в «Стране чудес». Не похоже на то, что мы видим в своей повседневной, обычной жизни. Они как бы вытаскивают нас из этой обыденности в что-то абсолютно невероятное. А еще не поверите, при желании в Красноярске можно заказать букеты из сыра, зефира, капкейков и самых неожиданных ингредиентов. Стоит только захотеть. Стоимость таких подарков зависит от ваших пожеланий и времени заказа. Но неважно, какой букет вы собираетесь преподнести. Главное, чтобы подарок вручался с душой и искренностью. Мужчины, дарите женщинам цветы и не только на 8 марта, и не только цветы. Вообще же большая часть цветов, порядка 70%, поступает в Россию из-за границы. Это Эквадор 60%, Голландия 20%, Колумбия 13%. Цветы из Кении, Израиля и Китая занимают менее 7% на красноярском рынке. Из этих стран в основном привозят розы, хризантемы и гвоздики. Продавцы цветов отмечают, что в период мартовского цветочного бума продажи увеличиваются в 10 раз.
Цены в праздники тоже растут, как правило, на 20-25%. По оценкам экспертов, всего россияне в 2018 году потратят на подарки к 8 марта около 31 миллиарда рублей. А вот такие цветы вообще эксклюзив. Пожалуйста, изысканный букет и нежный торт – два в одном. Необычное решение в оформлении и специальные технологии, позволяющие украсить торт таким образом, чтобы живые цветы не контактировали с кремом. Это красноярский кондитер балует нас с вами натуральными ингредиентами и ручной лепкой. От такого вкусного подарка, пожалуй, не откажется ни одна женщина, даже если она на диете. Если вы не успели запланировать праздничный вечер и только-только спохватились, чтобы забронировать столик в кафе или ресторане, увы, скорее всего, свободных столиков вам не найти. 8 марта – один из немногих праздников, когда с бронью прямо дефицит. Вас спасет доставка. Традиционно с каждым годом этот сервис набирает все большие обороты и становится более популярным. Сегодня можно заказать пиццу, роллы, торты, пироги и, собственно, все, что есть в меню заведений. И даже самый желанный для сибиряков обед выходного дня – шашлык. Праздники долгие, поэтому берите на заметку и пробуйте. Шашлык холодной зимой напоминает летние поездки на природу. А чтобы приготовить вкусный шашлык, нужно знать, как это сделать. С выбором свежего и сочного мяса лучше всего справится специалист, знающий все тонкости. Правильный маринад – тоже искусство. Рецептов сегодня множество. Тут важно подобрать правильное сочетание. Опытный мастер приготовления шашлыка с этим легко справится. И вот уже мясо на шампурах и отправляется в мангал с березовыми углями. Все готовится строго по всем правилам и с соблюдением норм. Мы закупаем свежее мясо, которое нам везут из деревень. Прямые покупки позволяют нам подавать такие большие порции по самым низким ценам. В приготовлении блюд мы не используем импортное замороженное мясо низкого качества, поскольку то, что мы готовим, едим сами и кормим этим наших детей. Кстати, влюбленные пары и большие компании могут вкусно поесть и в самом кафе. Гостям здесь всегда рады. Не хотите шашлык? Заказывайте ароматный плов. Здесь вам его приготовят в лучших традициях восточной кухни. Рис, свежее мясо, ароматные специи – устоять сложно. Есть в меню большой выбор и других блюд русской восточной кухни. И все это можно заказать доставкой в любую точку Красноярска. А пока мы отвлеклись, наш шашлык уже готов. Нежное мясо, а вместе с ним и запеченные овощи. Все настолько вкусно, что выше всяких похвал. А запах… Курица, свинина, индейка, телятина, баранина, оленина, семга. Выбор мяса действительно поражает, а большие порции с легкостью утолят голод. Буквально час, и эти гастрономические шедевры с курьером приедут к вам домой. Что может быть лучше? Близкий человек рядом, никакой домашней суеты, а на столе ароматные блюда. Доставка самого вкусного, свежего, сочного мяса. Шашлык номер один. Улица Воронова, 12А. Остановка «Молодежная». Телефон 2-77-44-77. Услуги профессиональных фотостудий фотографов сегодня востребованы далеко не только по случаю, как это было раньше, 10-15 лет назад. Попробуйте подарить женщине сертификат на профессиональную фотосессию, и ее восторгу не будет предела. Почувствовать себя настоящей моделью мечтает каждая из нас, а современная техника и мастерство профессионала способны творить чудеса. Профессиональный свет, интересные интерьерные решения, ретушь на постпродакшене. Сегодня действительно позволяет получить прекрасный фотоконтент, который впору размещать в глянце. Такие фотографии не только украшают семейные альбомы и архивы, но и активно постятся в социальных сетях. Конкуренция на этом рынке большая, поэтому сегодня потребитель отдает предпочтение студиям полного цикла и сервису под ключ. Угу, чуть-чуть сюда. В особо выгодном положении интерьерной фотостудии премиум-класса. Как театр начинается с вешалки, так фотостудия начинается с зеркальной гримерной, где вам создадут желаемый образ. Бьюти-опция сегодня имеет немаловажное значение при выборе услуг. Еще один существующий критерий – выбор локации. Чем их больше, тем лучше. Как правило, уважающие себя фотостудии меняют интерьеры с завидной периодичностью, предлагая клиентам сезонные и праздничные варианты. Ну вот прямо вот камера сейчас, молодец.
Королевская зона для тех, кто хочет почувствовать себя на высоте. Шикарное и эксклюзивное кресло в серебристой расцветке придает шик и богатство всему убранству. Цветовая гамма разнообразна – серебро, белый, винный, малиновый, лиловый. Классический современный кабинет для тех, кому нужна строгая и деловая атмосфера на фото. Для детей, как правило, создаются плюшевые интерьеры, полные игрушек и вот такие нежно-розовые решения. Ну и популярная тема – Прованс. Милая светлая фотозона с окном. Главный элемент в этом году – белый камин с множеством шариков. В преддверии праздников ближайших, это 8 марта, мы создали два чудесных проекта. Это детский зефирка, который порадует юных принцесс. И взрослый проект – это для девушек. Он будет привязан к 8 марта. Будет много-много цветов, будет много красивых образов в платье. И также мы сделаем все под ключ, когда все включено. Это макияж, прическа, платье и полностью образ. Замечательным подарком к празднику 8 марта для своей любимой будет подарочный сертификат на фотосессию в фотостудию «Аристократ». Современная фотостудия премиум-класса «Аристократ» приглашает вас погрузиться в неповторимую атмосферу и сделать незабываемую фотосессию. Внимание, акция! До 19 марта скидка 20%. Просто скажи кодовое слово «Аристократ». Улица Красноярский рабочий, 160Е, третий этаж. Предварительная запись по телефону 8-391-214-16-84. С вами была программа «Давайте пробовать». Каждую неделю мы будем рассказывать о сервисе, товарах и услугах мегаполиса. Будьте с нами. Увидимся.